Всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Uncharted 2 Mont Thief, и у нас 11 глава только вперед, я могу немножко по ним стрелять. Но они лезут и лезут. Ладно, я пошел. Так, надо выбираться, скорей! Давай быстрее. Патроны. Давай. Угораздило же его пулю словить. Так, я ловлю, ничего. Иди уже. Да, обоих положили. Доброта, моя доброта. Вау, береги! Вот мы и попали! Пронесло. Поторопитесь. Пушки. Ну же, Джефф, идем, Нейт. Все будет хорошо, Джефф. Все хорошо. Не грей. Вот ты. Осторожно! Елена! В порядке. Я не думал, что я такой снайпер. Да, я пытаюсь. Только я застрял в стекле из-за тебя, тупица. Да я уже... Долго тут лечение происходит. Да, третий хороший ты выбрал способ наладить со мной дружбу, а? Нормально. Можем спрыгнуть. Он нет. Он не сможет. У нас нет выбора. Не могу. Нейт. Давай, Джефф. Честно говоря, бросьте меня. Все. Ты пытался. Не вышло. Дальше тащить нет смысла. Мы не можем бросить его умирать. Он уже все равно не жилец. Не уйдем, погибнем вместе с ним. Так иди. Да. Тебя никто не держит. Хлоя. Я же пыталась спасти твою шкуру, идиот. Вот так! Хлоя? Вот сюда. Что это значит? Прости. Бросайте пушки. Я не шучу. Уведите ее. Она ранена. Отведите к поезду. Глазам не верю. Ты не умеешь вовремя остановиться. В этом мы с тобой похожи. Не скажи. Так это и есть ваш Дрейк? Ты нес его всю дорогу от храма? Жаль. Нет. Ну, расскажи, что ты нашел в храме. Именно то, что тебе нужно. Ясно? Я знаю, где камень. Но ты его не найдешь без меня. Так что отпусти ее, а я приведу тебя к камню.
Ага, журналистка. Моя тень, идущая за мной по пятам. Удержите, если он не врет. Обыскать. Ну, окей. Ты гений, приятель. Вот. Похоже, теперь тебе нечего предложить мне, Дрейк. Возвращайтесь к поезду, готовьтесь выдвигаться. Ты за мной. Ты убей их. Не вопрос. Как ты можешь работать на этого зверя? Лучше быть его другом, чем врагом. Что, убьешь нас, а? Просто хладнокровно пристрелишь. Сам-то как думаешь? Вставай! Вставай, говорю! Бежим! Сядьте! Смотрите! Давай! Ах ты, ублюдок! Ну, бежать, конечно, это круто. Ты как? Вперед, вперед! Ух ты! Вот это да! Если задуматься, как тут можно выжить? Ай, блюдки. Хорошо. Скорее. Наверх. Эй! Что ты делаешь? Давай! Елена! О боже мой, я нажимал треугольник. Давайте еще раз. Цела? Да, я в порядке. А ты? Жить буду. Ладно. Все тихо. Думаю, оторвались. Не стоило тебя впутывать. Я сама. Я сама в это ввязалась. Ну, в смысле, ты же поняла меня. Мы знали, на что идем. Ладно, так. Что будем делать? Я пойду за ней. Ха, кто б сомневался? Пойдешь. Флинн говорил про какой-то поезд. Значит, ее могли увезти в депо. Сюда. Пройду там, мимо водокачки. Нейт, она держала нас на мушке. Я знаю. Она бы и курок спустила. Просто ее опередили. Это сложно. Ну, конечно. Флинн знал, что она была со мной. Если Лазаревич поймет, что она предала, ты знаешь, что будет. Да, это я хорошо представляю. Тогда ты понимаешь, что выбора у меня нет. Бандитский кодекс чести, а? Вроде того. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Полагаюсь на авось. Ты ни капельки не изменился. Ладно, пойдем. Что? О, нет, нет, нет. Ты со мной не пойдешь. Нейт, заткнись. Ясно? Упустим твой поезд. Вот она, опорная башня. Я за тобой. Так, ну что ж, у нас 12 глава «Успеть на поезд». Продолжим проходить игру в следующей части. Ну, а пока всем удачи, пока, увидимся.